Добрый вечер. Сегодня для вас играет Дмитрий Деменко, это я, эстрадную музыку на скрипке. Когда я сегодня сидел дома и готовился к концерту, мне позвонила девушка из библиотеки и сказала: «Дмитрий, назовите-ка какую-нибудь вашу любимую книгу, и мы вас с ней сфотографируем». Я начал думать, что же назвать. Любимых книг очень много, я что-то назвал, одно, другое, третье. И вспомнил я такого товарища, как Китс. Это английский поэт, романтик, который прожил всего 25 лет и успел написать несколько совершенно чарующих вещей, произведя своего рода маленькую такую революцию в литературе. Почему я об этом вспомнил сейчас? Потому что, в общем-то, вот грандиознейшая тема у Китса, тема о том, как Титан, Гиперион идет на Олимп ругаться по поводу того, что сместили старых богов. И что же это такое, и как они могли. И это тема классической музыки, классического искусства в целом. Классика приходит с гневным лицом к современным нам и говорит: «Как вы могли меня убить? Как вы могли меня забросить? Что это вы смотрите? Что вы читаете? Что вы слушаете? Перестаньте немедленно. Сатурн уже умер, неужели я тоже должен умереть?» – говорит нам классика. Я играю эстрадную музыку на скрипке. И получается интересным образом, что я постоянно сталкиваюсь с тем, как классика воспроизводит сама себя все в новых и новых жанрах и направлениях. И сегодня я буду играть вам постоянно что-то, к чему можно представить слово «классическое». Вот, например, сейчас я вам сыграл классический джазовый стандарт. И все, что я буду сейчас играть, это разные лики классики, разные лики Гипериона, который сам себя в зеркале даже не узнает и удивляется, что происходит. Вот, например, что такое классический балет? Ну, сейчас классический балет – это прямо вот кристаллизованное классическое искусство, что-то очень высокое, на что не каждый пойдет и не каждый высидит там и не уснет. Вот. А когда-то это были просто бальные танцы, время провождения на вроде современной дискотеки. Вот сейчас я вам композицию дискотечную сыграю. Thank you.
Спасибо. Камил Сен-Санс, «Карнавал животных», «Лебедь». Видите, даже слово «карнавал». Иногда исторические факты на тему того, что сейчас стало классическим искусством, поражают. Я не взял с собой еще одного скрипача, альтиста, виолончелиста, поэтому не буду играть квартет, просто на полях замечу, что, например, большинство квартетов классического периода, какого-нибудь Гайдна, чаще всего исполнялись пекарями и кузнецами, которые после работы собирались вчетвером в пятницу, так вечером, и вместо футбола разыгрывали квартеты на скрипках и виолончелях. Как изменился мир. Да. Вот сейчас я вам сыграю еще одну классическую вещь, на которую Гиперион особенно яростно топает ногами, потому что она же в очень современной обработке. Thank you.
Спасибо. По настроению очень под Гиперион подходит. Все плохо, все ломается и рушится прямо у нас на глазах. Прямо буквы со строчек падают вниз. Но на самом деле, конечно, вот эта вот классика, которая не классика, которую мы возводим в классику потом, а она на самом деле-то, она бывает очень разная. Если спросить... Ну, не совсем такого обычного обывателя, а обывателя меломана, что-нибудь по поводу венгерской музыки, то, конечно же, сразу скажу, что есть венгерские танцы. Брамса. Не венгра, нет. А потом вспомнят Чардаш. Монти. Тоже не венгра. Кто учился в консерватории, тот скажет про Листа. Кто не учился в консерватории, Листа-то даже знает, но не вспомнит, что это венгр. Так что вот сейчас вам итальянская песенка «Чардаш». Thank you.
Спасибо. Спасибо. Это тот уникальный случай, когда классика с выходом. Ну и мне вот интересно, что по этому поводу мог бы сказать высокий ценитель высокой классики вот по поводу именно этой пьесы. Хотя я знаю, что они говорят. А есть ли у вас кто-нибудь знакомый из какой-нибудь субкультуры? Вопрос риторический. У всех есть кто-то знакомый из субкультуры или совсем знакомый. Здесь собралось несколько человек, которые тесно общаются в среде бардов. Кто-то, может быть, тесно общается, я не знаю, с металлистами, у которых подшипник в ухе. Но вряд ли. Вроде бы аудитория другая немножко. Но тем не менее, есть такая субкультура, в которой под классикой подразумевается нечто совсем-совсем другое. Я говорю про джаз. И я хочу сыграть несколько джазовых композиций, а начать с той джазовой композиции, которую мы проходили в консерватории. И там она не называлась джазовой, а там она называлась классической. Это музыка. А именно товарищ, который совершил соединение. Ну, таких соединений было много. Просто один из них, и, может быть, самый известный, Джордж Гершвин. Спасибо.
Так вот, у них, у джазменов, у них свой собственный джаз имеется, своя собственная классика имеется. И даже имеется определенное количество людей, которым эта классика так надоела, что они ее уже слышать не могут. Но раз сегодня тема концерта такая, соответственно, вот именно такую музыку я вам и играю. Следующая композиция рекомендует нам быть похожими на Гарри Купера, что бы это ни значило. Спасибо. Представляете, какой-нибудь американский город большой, например, Нью-Йорк, какой-нибудь джазовый клуб, очень известный, и врывается туда такой седовласый джазмен, крича на молодых людей, которые играют современный альтернативный джаз. Вы слышали современный альтернативный джаз? Я в нем ничего не понимаю совершенно. Видимо, я буду стоять за спиной того, кто врывается. Еще одно классическое произведение, которое, кстати, очень хорошо перекликается с темой концерта, потому что это песня из кинофильма «Черный Орфей». Даже в словосочетании «Черный Орфей» заложено такое количество всякого смысла, что можно об этом некоторое время думать. Тоже греческая мифология. Вот, значит, такой афроамериканец, который может силы ада очаровать своим пением.
Спасибо. Ну а дальше вы все знаете, он обернулся, и Эвридику забрали у него. И ничем хорошим это не закончилось. Надо сыграть что-нибудь веселое. Спасибо танцующим. Посмотрел в такое зеркало Гиперион и себя не узнал. А как насчет классической эстрады? Эстрада бывает классической, как вы считаете? Вопрос риторический, она бывает классической. Кто не согласен, тот не согласен, но в основном считается так. Давайте я сейчас сыграю кое-что. Старая классическая эстрадная. Thank you.
Спасибо. Вот такая вот классика. А ведь наверняка было время, когда эта музыка объявлялась легкомысленной, я уверен в этом, и говорили, что это такое, что это творит наша нынешняя распущенная молодежь. Сейчас еще одну сыграю такую. Спасибо. Ну и что, что веселое, нам нравится. Ну и понятно, что эта самая классическая эстрада стала классической, и следующая эстрада начала диалектически ее опровергать, чтобы потом вступить с ней в диалектический синтез. Я сейчас хочу сыграть что-то немножечко посвежее, поновее. И тоже классическое. Thank you.
Спасибо. Гиперион в ярости, но мы продолжаем. Вот. Еще одна классика. Спасибо. Спасибо. Вот это да. Чем меньше аудитория, тем ей труднее так хлопать. Поэтому я вам очень благодарен. Вы так тепло меня принимаете с моими этими песнями неправильными. Вот такими. Классика так классика.
Спасибо. Спасибо. А вот гиперионы из консерватории мне говорили, что стоит сыграть вот из такой музыки одну нотку, одну, человек моментально перестает быть скрипачом и превращается во что-то непонятное. Вот, так что я только притворяюсь. Я уже сыграл первую ноту, и даже не сегодня, а раньше, так что... Есть еще более современная классика. Так, я сейчас понял, что я обещал моим постоянным слушательницам, что исполню заказ. Есть у вас заказ? Вот, сейчас я сыграю самое современное произведение сегодняшней программы, и его к классике отнести нельзя. Прокол. Но это единственная сегодня такая штука будет. Да. Спасибо, что ходите на концерты. Спасибо. Ну ничего, подождем лет 10, сериал запишут в классику, и музыка вместе с ним туда отправится. Ну, какая-нибудь богатые тоже плачут уже там, и они туда постепенно отправляются.
Вот, у меня есть произведение, которое положено играть после такого медленного и печального, чтобы всех взбодрить. И это классика. Спасибо. Говорят, Вивальди умел фехтовать на шпагах, хотя он и был священником. И если учесть, что эта аранжировка написана для Ванессы Мэй, наверное, здесь слышно, как шпага звенит, отражая удар катаны японской. Как-то так. Ну, смотрите, Антонио Вивальди, цикл «Времена года», «Лето», и там в этом лете есть кусочек под названием «Предчувствие грозы». Вот это он. Ну, обработка, я уже сказал, очень даже современная. Есть одна классическая советская песня, которую я часто играю, и я всегда был уверен, что она моя ровесница. Вы знаете, меня разочаровали недавно жесточайшим образом, сказав, что она меня на год старше.
Спасибо. Я сейчас сыграю самую классическую эстрадную песню на сегодняшний день, как мне кажется. То есть, если вот провести какое-то такое мега-голосование, то самая классическая эстрадная песня будет вот она. И на этой песенке мой концерт заканчивается. Благодарю вас за внимание. Привет, интернет. Всем всего доброго. Для вас сегодня играл лауреат международных конкурсов Дмитрий Деменко. Спасибо.
Спасибо.